Айнштюрцен де Нойбаутен. Берлинская команда, созданная еще в эпоху, когда город был разделен на западный и восточный. Концерт столицы Германии, который состоялся не так давно, был посвящен столетнему юбилею Первой мировой войны. Мы выбрали в качестве акцента для сценического убранства левиафана, который был выстроен с использованием гигантских стальных пластин. Стиль нашей работы можно назвать брехтовским. В нем есть существенный театральный момент. Причем не театра переживания, а театра представления. Мы составляли программу так, чтобы она точно вписалась бы и в ту эпоху, и в эту. Поэтому так много референций на тему немецкого экспрессионизма. Музыкальный стиль группы можно описать термином «перкуссионный индастриал», то есть в основе созвучий игра на самодельных перкуссионных инструментах, таких как листы железа, пластиковые бочки и канистры, тележки для покупок и так далее. Мы одна из немногих групп, которая всегда гастролировала за границей, по большей части в англоязычных странах. Мы вообще там гораздо популярнее, чем в Германии. И поэтому, составляя планы на гастроли, мы не слишком охотно включаем туда нашу страну. Мы считаем себя не столько даже немецкой группой, сколько музыкантами из Западного Берлина. Группа выпустила не так давно альбом «Lament», который стал 11-м по счету в дискографии музыкантов.